связь, и одну неделю живем. Трактира не едет. Забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Вот как он мне сказал все это, так меня слышит и вразумило. Говорю, Петру Ивановичу, я в каком-то дайте думать. Сказали мне, что это было. Ему сидеть тут, когда дорога ему лежит, она так будет.